красотища советского периода. Здравствуй, отец. Я много писать не буду. Наверное, я тебя огорчу. Привет, друзья. Снова я с вами. Сегодня съемки начинаю поздновато. День уже почти заканчивается. Но, тем не менее, я успею снять несколько заброшенных домов. И надеюсь, фильм получится нормальным. А съемки начинаю вот у этой заброшенной кассы времен СССР. От этой кассы осталось только отверстие в доме. И вот такая красивая старая вывеска. Таких сейчас уже нигде не увидишь. Сейчас попробуем. Эх, не отзирается. Я все так... Ух ты! Короче, я беру ее долг. В музей возьму. Если получится. Хорошо прибито. Не мытьем, так катанем ее. Сдергали. Все. Теперь у меня есть вот такая красивая вывеска для моего музея. А этому зданию она уже не нужна. Идем снимать дальше. Потолок обрушился. Ничего особенного здесь не осталось. Кучу денег случайно не забыли. А иначе бы я увидел. Только голые стены, печка и решетка. Входим в очередной домик. Только этот домик больше напоминает какой-то сарай для животных. Слишком здесь как-то мрачно. Но тем не менее здесь жили люди. В этих, так сказать, в кавычках, хоромах. Очередная домишка, заросший крапивой. Ух ты! Сразу нас тут встречает такая бутылочка. Четвертак. Заросший. Паутиной. Мальчик. Пионер. Фотография. Без подписи. Какая-то девочка. Икона у нас.
Бочка красивая. Еще, эх ты. Что такое у нас тут? Вот это красотища. Вот это да. Каска пожарника. Наверное, 40-х, 50-х годов. А может даже 30-х. Пыль не вековая, но каска как новенькая, смотрите. Вообще раритет. Бочоночки маленькие. Еще один. Вот у нас бочка. Тоже красивая. Это у нас. Ух ты! Такого рубля еще не видел. Обалдеть. Вот это называется стиральная машина тех времен. Обалдеть. Вот это красотища. Старый примус у нас тут стоит. Да, как маленький мини-музейчик. Что у нас здесь? Девушка молодая. Сразу бросаются в глаза. У нас холодильник. Граната. Бабушкина. В доме тут темнотища. Печная дверка. Сколько фотографий старых лежит. Шестой год. Девочка. Семьдесят пятый год. Важный дедушка какой-то. Год не вижу, карандашом написан. Вот на деревенская детвора. Счастливая, беззаботная. Это вот свадьба. Я понимаю, значит, свадебные платья были. Минимализм вообще. Мужчинка. Еще один. Эх, красоте. Какая шапка у него. Видали? Ух ты! А вот это, ребята, раритет. Это фотография церкви. И, похоже, это деревня. Она, к сожалению, оторвана на половине. Может быть, вторая половина. Дело в том, что церкви, которые уничтожались на территории наших районов, в некоторых случаях вообще не сохранились, их нигде нету, ни на чертежах, ни на фотографиях. Бывают, что такие единичные находки, это все то, что осталось от церкви. Возможно, ее никто никогда не видел в последние годы. А вот эта фотография даст возможность этой церкви остаться в памяти. Но, к сожалению, второй половинки нет у нас, блин. Обидно, обидно. Самая, можно сказать, дорогая и ценная фотография для местных краеведов, для музея, для этого села, скажем так. Ну, церкви, к сожалению, не видно, блин, а. Ну, конечно, я этот раритет заберу, сдам в местный музей.
фотографии, конечно, не тех времен, когда церковь работала, но, по крайней мере, видно, какая она была. Это примерно, наверное, послевоенные годы. Письма еще тут какие-то. Здравствуй, отец. С приветами к тебе. Все мы. Я много писать не буду. Наверное, я тебя огорчу. Здесь у нас старинный диван. Обалденный. В таком, конечно, нехорошем состоянии. Здесь тоже все брошено. Иконки. Вот такая красота. Такая красивая печка у нас. Здесь раньше сушили обувь. Капканчик у нас для мышей, крыс. Вот и все. Еще один домишко на пути у нас. Племик мотоциклистов. Тут все тут забаррикадировано. Сколько тут всяких приводилочек советской периода. На бузову похоже. Какие у нас девушки были красивые. Ах, красота. Все. В германских переводилках. Ух ты, тут как все разбомбили. Люлька, которую детишек укладывали. Пластиночка. О, Алла Пугачева. Ванчик. Конки. Газетка. Сельская жизнь под потолком. Шкура убитого животного. И все, что здесь осталось. Еще одна иконка. Записочки, паучки. Усики детские, красивые. Вот и все. Старые дома у нас никак не закончатся. Идем. Очередной заброшенный домик на этой улице. Пробираемся через заросли. Тук-тук-тук. Что у нас тут?
интересные бочки. Такие бочки вырубались из цельного дерева. Кадушки. Что у нас тут? Ух ты! Красотища советского периода. Пойдем в домик. Более-менее целенький. Ух ты! У нас тут фотография. Год не подписан. Там тоже. Судя по тому, что это кодек, вот примерно 20 лет. Это у нас тут белочка. Ух ты. Веретено. Сейчас у нас иконка лежит. Еще один домик. Все обрушено. Мы пробрались. А Мишка здесь уже, я вижу, проработали копатели, что-то тут раскопали, цепь. Чем-то копали. Ситочка Гиза 16 калибра. Всяких железок. А тут железочки всякие накопаны. Вот так вот. Покопали и ушли. Здесь, наверное, тоже много не нашли. Ну, на кухне только ножи можно набрать. Гвоздики прикольные. Кованые, хрен вытащишь. Печка целая, как ни странно. Не разобрали. Идем дальше. Еще один развалюшный домик в деревне. Здесь уже крыша рухнула.
можно только ползать. Ух, у нас тут база пасечника была. Все в ульях. Мухи роятся. Место пчел. Ух ты, тут. Тут не только пасечник жил, но еще мастер на все руки. Наверное, ремонтировал телевизор со всей деревни. Село. Лошади. Красота. Раньше больших денег стоило. Ну, даже в сборе стремя осталось. Уздечка. Прикольно. Опять у нас фотография тут бабушки какой-то. Написано. Иконка. Житель местный. Детишки. Солдатик. Сейчас снимем, посмотрим, каких годов фотография. Интересно просто. Тут еще какая-то фотография. Вот они, соколики. На память сестренки от брата Василия. Город Тула. Вот тут скрытые фотки есть. На память. Но год, к сожалению, не указан. Такой бравый солдатик. Эта фотография была спрятана. Малыша. Бабули и деди. Всем остальным от Аленки. Вот они, красавцы модные. В Москве, наверное. Ташкент. Почему-то год не написан, к сожалению, можно было узнать. Папа с дочкой, сыночек. О, какая девушка тут красивая, смотрите. Не видно, не видно. Глаза вообще огонь. Не подписано. И вот еще солдатики. Года нету. Вот это посмотрим. Какие годы фотографии. Машка. Бабушка. Вот подписано. На память. 91 год. Ну, поэтому ушу. Тридцатничку уже почти. Это тоже красивая девушка. Уже только блондинка. Где она тут у нас? Вот она. Вот эти раньше тоже перекрашивались. Здесь помоложе, там постарше. Вот такие изменения. Но это не подписано. Бравый солдатик. Такой набор семейных фотографий. Еще один заброшенный домик. Здесь у нас картина. Почему-то упакованная.
заброшенный домик, заброшенный гаражик, Мишка. Чебурашка у нас тут лежит, глазастый, и зайка. Мишка без ручек, целый зоопарк. Вот и закончился сегодняшний съемочный день. Надеюсь, все видео вам понравились. А я заканчиваю свой день около такого вот старого аппарата. Это прицепной грейдер ручного управления. Раньше здесь сидел человек, рулил и чистил дороги. Такие грейдеры цепляли за машины или трактора и катались таким образом. Обычно такие аппараты стоят как памятники в дорожных участках. Но этот аппарат стоит здесь, в деревне. Такой вот красивый, мощный. Сейчас узнаю хозяев, может быть, его будут продавать. Я его куплю как необычный транспортный механизм себе в коллекцию. Ну все, пока. Ставьте лайки, если вам понравилось. Также пишите комментарии, если у вас есть вопросы. Ну и смотрите мои видео. До встречи.